ему? Или он как-то вот предан душой Дону Бартону, а не только там кошельком? Ну, я думаю, Дон Базилио, как любой политический деятель современной и не только эпохи, он бы работал на обе стороны. Мне так кажется. И думаю, что очень успешно. Ну, тем, наверное, и хороша наша актерская как бы судьба, что мы можем находить в себе какие-то стороны характера, которые... черты характера, которые, наверное, где-то в глубине там хранятся на каких-то полочках нашей психики, доставать их в нужный момент, когда нужно там сыграть какого-нибудь злодея или какого-нибудь подлеца, льстеца, там еще кого-то. Это все очень пригождается, потому что, ну, в каждом человеке, конечно, есть разные свойства характера, просто, ну, какие-то черты преобладают. Una calunnia. Adunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete? No, davvero? No! Uditemi! E tacete! Ну, в принципе, для арии Дон Базилио, когда он рассказывает о клевете, что, в общем-то, во все времена, наверное, было таким средством избавления от соперников, и, в общем-то, персонаж такой немножко с дьяволинкой, поэтому, ну, именно в этой арии. Поэтому здесь, наверное, вот данный костюм, такой немножко напоминающий Дракулу, он весьма кстати. То есть зловещие какие-то моменты, они хороши, подчеркиваются этим костюмом. Ну, на начальном, на первые спектакли, там и прогоны, была вода и сахар кусковой. Но сейчас в связи с тем, что немножко поменяли мизансцены, там у нас падает стол теперь, и сахар, в общем, как препятствие для движений артистов, его заменили на пенопласт. Вот вчера я на репетиции был очень удивлен и чуть не съел кусочек пенопласта. Ну, вообще вся партия очень игровая, и мне нравятся все сцены. Ну, самый, наверное, интересный момент – это квинтет, когда Дон Базилио внезапно появляется и не очень поначалу понимает, что происходит, когда хотят все его выпроводить. Но он понимает, что тут пахнет жареным, и что тут можно получить какую-то выгоду, что потом и происходит. И, конечно, комедия положений здесь очень ярко представлена. Don't worry.
Каждый солист во время своего выхода на сцену, даже когда он не поет, он все время что-то происходит на сцене, он все время есть задачи актерские, которые он все время выполняет. И от этого складывается какая-то, наверное, какая-то форма спектакля. Поэтому спектакль этим очень сложен и в то же время этим интересен.